А что вы думаете за объединение районной и городской власти? Вот как вы смотрите вообще на такую перспективу? На ваш взгляд, это вообще в принципе возможно? Я думаю, в перспективе возможно. Потому что я, в общем-то, отношусь спокойно, но при одном «но». Все-таки, чтобы, к сожалению, когда происходит такие объединения каких-то уровней, чтобы село не оставалось на остаточном принципе. Вообще, по сути, будем так говорить, в селе район – это 60 сел и деревень, да, больших, маленьких, и город – это вот одно целое. И чтобы… я вот вообще как бы в перспективе такой вариант, может быть, даже и вижу, потому что, ну, сделать один сильный муниципальный… какое-то муниципальное объединение, да, но только не остаточный принцип вот села, потому что, ну, в селе, я считаю, я к людям отношусь с большим уважением, потому что все-таки жизнь в селе, она более тяжелая, как бы мы ни хотели, да, я имею в виду, на сегодняшний день не все люди имеют возможности, о чем мы с вами говорили вот перед этим, не все имеют сегодня возможности, да, и асфальтовые дороги, не все имеют возможности в доме воды, кто-то еще до сих пор воду приносит, уносит, топит печки. Существуют, опять же, транспортные проблемы, да? Транспортные, поэтому вот при равноправном объединении, когда будет средства расходоваться равномерно и на… Пропорционально. Да, на город и на район. То есть я к этому спокойно отношусь. Я не вижу в этом что-то такого, чтобы говорить категорически «нет», либо говорить «ни в коем случае». Потому что жизнь показывает, не зря же внесены изменения в законы, например, происходит и создание муниципальных округов даже на уровне районов. Мы можем говорить сегодня о Шарыповском районе, о Тюхтецком, там, о Пировском. То есть я не вижу в этом, говорю, каких-то таких вот проблем больших, либо категорического отрицания. Потому что на сегодняшний день, ну, мы же видим, и в городе есть проблемы, в том числе и с рабочими местами. И если в городе не произойдет открытие каких-то предприятий, мы понимаем это тоже. И жители города многие работают в районе, мы практически и так уже объединяемся, если мы говорим сегодня, это общая медицина, да, это другие структуры, прокуратура, это сегодня полиция, налоговые органы. То есть в перспективе почему и нет?